Чудесным праздником торжественный въезд Господа нашего в Иерусалим, чтобы этот праздник был и для нас, и в этом вечернем служении. Мы помолимся Господу. О, наш Отец Небесный, мы радуемся, что снова можем быть в Доме Твоем, где Твое присутствие, благословение для нас. Слава Тебе, Отец Небесный! Ты сказал, где вас два или три собраны во имя Мое, там буду среди вас. Господи, нас здесь больше, мы ожидаем Твое присутствие, благословение и вдохновение для тех, кто будет совершать служение проповедью, кто будет совершать служение в песнопении, в хоре, кто стихотворение будет рассказать, и всех нас, молящихся и слушающих Слово Твое. Господи, дай нам почувствовать Твое присутствие здесь и радость общения с Тобой и друг с другом в Духе Святом. Благослови тех, кто будет собираться там на Солана, и на всяком месте детей Твоих благослови. Дай, чтобы мы в одном хоре смогли, радуясь, прославить Твое дивное имя. И тот Твой вход в Иерусалим, въезд, чтобы был и для нас сегодня особым праздником, чтобы мы могли вспомнить, когда Ты вошел в наши души, в домы наши, и совершил свое дивное дело примирения и освящения. Молим Тебя именем Иисуса Христа, Отче Святой, да святится имя Твое. Отец и Дух Святой. Аминь. Мы будем петь из наших сборников 196 номер. «О, имя Иисуса нам так сладостно оно, спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано». Thank you.
Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Приветствую всех вас, братья и сестры, в этот вечер этого славного дня, вербного воскресенья, как говорят в народе. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что каждый присутствующий любит эти часы мира и покоя, когда мы учимся у стола Господней благодати. И слава Богу, что мы пользуемся этой возможностью, данной нам свыше. Господь так устроил нас, что после труда, переживаний каких-то жизненных, после работы нашей, мы имеем отдых, покой и мир. После сотворения всего видимого и невидимого, сам Господь наш, Бог, почил от всех дел, то есть отдыхал, благословив время покоя. И будучи создателем этого баланса труда и отдыха, наш Господь желает, чтобы и мы знали и умели найти то время и мира, и покоя, как для духа, души и тела. «Войди в покой Господень и не отвергай его». Мы для начала прочитаем с вами перед молитвой два места Писания. Первое – это послание евреям, 4 глава, с 1 стиха. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем». Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо когда-то сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмый от всех дел своих, и здесь еще не войдут в покой мой». И так как некоторые и как для некоторых остается войти в Него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в Него за непокорность, то еще определяет, Он определяет, некоторый день, ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того и о другом дне». Поэтому для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой этот, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Основное значение слова «покой», я думаю, отчасти мы знаем,
Но будет не лишне напомнить, что слово, которое здесь употреблено, это слово, это греческое слово, которое звучит приблизительно так, катапаузис. Откуда у нас в словаре, в нашем русском, появилось слово пауза? Кстати сказать, что в музыке и пении паузы так же важны, как и ноты. Рассказывают про одного китайца, который приехал в Европу когда-то, когда было становление оркестров симфонических. Ну и как в новинку его повезли на этот концерт, чтобы он послушал, что это такое. Ну и вот после концерта его спрашивают, что вам понравилось? Он говорит, мне в самом начале понравилось, что было. Они ему говорят, увертюра? Нет. Первая часть? Нет. А что же вам понравилось? Ну потом гадали, оказывается, ему понравилось, когда оркестр настраивался перед концертом. Когда шум стоял, да ему говорят, так это же шум. Он говорит, вот это мне и понравилось. Для одних любой шум – это уже музыка. Для других музыка – это упорядоченное чередование нот и пауз определенной длительности. Греческий термин буквально означает следующее. Остановка в работе, прекращение действия. Также это слово может означать свободу от тревог и переживаний, надежду на чью-то поддержку. Покой в Писании также означает мирное окружение, атмосфера Господнего присутствия. В старину, помните, говорили когда-то, царские покои, или говорили еще о доме человека, это его покои. То есть вот эта атмосфера дома, атмосфера, что человек имеет там, что он создал для себя, где ему удобно, где ему хорошо и покойно, отсюда покои. Духовное значение этого слова – отсутствие собственных эгоистичных попыток достичь внутреннего порядка и умиротворения. Все наши духовные нужды уже давно учтены и предопределены Господом. Мы имеем мир с Богом через Христа. Он дает нам силу и победу в этой земной жизни и упование на вечный покой с Ним в небесах. Возможность иметь покой. В первом стихе мы прочли – поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Здесь употребляется очень интересный оборот речи. Будем опасаться. Обычно Писание нам говорит, не бойся, не смущайся, не страшись. Но здесь мы находим смысл «бойся». Другими словами, не дай Бог, не сделаешь, на всю жизнь лишишься. Это значит, что для понятия вхождения в покой, весьма важны для нас. И ключевое понятие в этом стихе – Бог совершенно открыто предлагал и предлагает мир и покой, как Израилю, так и нам с вами. Им же все равно хотелось обратно в Египет. Им же все равно хотелось чеснока, хотелось быть рабами, а не покоя Господнего. Автор послания заявляет, что всем верующим необходим мир и покой, но далеко не все, к сожалению, входят в его покой. Далеко не все имеют этот элемент плода Духа. И смысл этого понятия – Бог не отнял своего обещания покоя, Он возможен для каждого из нас. Все, что нам нужно сделать, братья и сестры, это принять его и войти в этот покой. Составляющие покоя Божие. Это же глава 2-3 стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так, как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Вся идея выхода из рабства египетского была в том, чтобы войти в Ханаан, в то, что, собственно, Господь приготовил для своего народа. Но они не захотели поверить в Божий промысел. На самом деле они усомнились в том, что Господь Бог сможет вести их в этот покой. Нужна вера. Вера нужна, чтобы войти в этот покой. Что Господь может это сделать для нас. Ведь что такое неверие в сущности в данном контексте? Это сказать Богу приблизительно следующее.
Ты этого не сможешь сделать, не сможешь совершить. Нам иногда, земным родителям, наши дети иногда говорят, ты этого не можешь сделать, или вы не можете этого сделать для меня. И они порой правы, братья и сестры, потому что мы ограничены в своих возможностях, или в материальных, или в духовных, хотя мы старше, что-то больше знаем, но во всяком случае мы ограничены. Но не таков наш Господь. Он всемогущ. И покой в Боге начинается именно с веры в Его всемогущество. Те, кто отказывается верить или сомневается, никогда не войдут в Его покой, так как это случилось с еврейским народом. Безверие закрывает Господу вот эту работу с нами. Божественный покой – это божеское обетование, обетование Бога своему народу и нам также. С 4 по 6 стихи мы прошли. «Ибо когда-то сказано в седьмом дне так, и почил Бог в день седьмый от всех дел своих». И еще здесь, не войдут в покой мой, и так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день. Бог установил в своем плане время покоя как для себя, для Израиля, и также для всех верующих, для нас в том числе, братья и сестры. И не человеку было нарушать замысел Творца. Господь Бог устанавливает время, день покоя, не потому, что он устал от дела, а потому, что он закончил какой-то определенный период творческой работы, работу по созиданию мира, вселенной, человека. Он благословил и осветил этот седьмой день. Он желает нам только лучшего. А лучшее – это больше, чем просто хорошо. И лучшее в данном случае, в данном контексте – это покой в нем. Принятие божественного порядка и действия человека в этом направлении очень важны. Господь ожидает от нас принятия Его порядка, братья и сестры, Его установления о покое во все роды, во все времена. И с нашей стороны необходимо это, первое, желание Духа нашего принять то, что Бог установил, и дает нам возможность выполнять творческую работу и отдыхать после нее. Нам второе, нужно открытый ум. Для чего? Умение сопоставить на уровне разума причину и следствие, что Бог предлагает. Каковы будут преимущества, если последовать этому порядку, а также последствий, если не следовать Господним установлениям о покое и мире. Третье. Нужно отважное и смелое сердце в этом мире. Вы помните, как повели себя Иисус Навин и Халев и Ифонин? Вот что они сказали после боязливых речей всех, всей этой делегации, которая пошла посмотреть Ханаан, они сказали, с нами Господь. И потом они еще говорят такие слова, только против Господа не восставайте. Когда стало все общество бурлить, давайте поставим нам другого начальника и вернемся в Египет. Они остановили их этими словами. Природа покоя. 8-10 стих этой же главы 4 евреям мы читаем такое. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Нам, верующим во Христа, дана новая жизнь и все духовные дары для познания Господа. Все духовные дары. Нет больше необходимости в исполнении закона и определенных религиозных ритуалов, чтобы иметь родство с Богом. Собственно, что и отличает настоящее христианство от мертвой религии? Это вот это родство. Хотя попытки объединить эти два понятия были, они и есть в настоящее время. Но дал бы Господь нам понимать разницу в этом. Покой был дан Израилю. Само слово «суббота» производное от слова «шаббат». Это еврейское слово «шаббат», у нас это звучит как «суббота». «Шаббат», который имеет, в свою очередь, корни в слове «шалом», «мир», «покой». Все это дано было Израилю как правило к руководству, через которое общество народа Израилева должно было не просто не работать и ничего не делать, а посвятить
этот день Господу, и светить Господа, и познавать Его, то есть войти в полный покой с Ним. Вы помните, когда Иисус был в одном месте в синагоге, и там случилось, что человек имел сухую руку. И когда Он спросил фарисеев, которые искушали Его, спросил, должно ли делать добро в субботу или зло, то что они сделали, братья и сестры? Они молчали. Молчали. Но зато у них, у этих религиозных лидеров, хватило сразу смелости, сразу после этой беседы выйти и совещаться, как убить Его. Это можно делать было в субботу. Наш шаббат, братья и сестры, наша суббота, наша, это воскресение Господа Иисуса Христа, который также должен быть днем вхождения в шалом, в Господень, в покой Его. И если человек нашел, вошел действительно в покой Господень и свято чтит его, этот покой, то для него просто даже мелко и узко ограничиваться почитанием одного дня в неделю. Он находится в мире с Богом, в его сердце покой всегда. Будущая сущность покоя Божия. Бог в своей премудрости устроил так, что мы имеем жилище от Бога нерукотворное, в котором будем пребывать в настоящем мире и покое. И, вероятно, только в этом месте, только там, на небесах, и осуществится вот эта идея о настоящем выходе нас, людей из Египта, и вхождение в тот великий Ханаан, в тот покой. Там и закончится вот это духовное созидание Господня, Дома Господня, как для Израиля, так и для Церкви. Стих 11 и 13 этой же главы, 4 к евреям. «Итак постараемся войти в покой этот, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность, ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого». Оно проникает до разделения души и духа, и составов, и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Покой предельно необходим каждому из нас. Это мы знаем по физической нашей жизни. Когда мы работаем, когда устаем, нам нужен покой. Рассказывают о двух дровосеках, которые решили посоревноваться. Кто больше из них в течение дня нарубит дров? И первый решил работать целый день, только один раз перерывался на короткий период обеда. Второй сделал несколько коротких перерывов и хороший плотный обед. В конце дня провели результаты, и оказалось, что второй победил в соревновании. И первый был очень удивлен, и после соревнования он подошел и говорит, «Послушай, как же так получилось? Ведь ты столько времени отдыхал!» Второй ответил, «Да, я отдыхал много. Но заметил ли ты, что во время моего отдыха я затачивал мой топор?» Этот закон, братья и сестры, когда мы в нашем покое, работает как в физической сфере, так и духовной. Нам нужны периоды в жизни, когда мы отдыхаем. В это время мы приводим в порядок все, что имеем, наши взаимоотношения с самим собой, с ближними нашими, с Богом. Таких примеров в Писании и из нашей жизни каждый из нас может найти множество. Полный покой только в Боге. Полный покой только в Господе. И помните, как Давид когда-то говорил в Псалме, «Только в Боге успокаивается душа моя». У Бога есть для каждого из нас свой план, и Он желает, чтобы мы следовали за Ним и были послушны Ему. Покой в Господе означает, «Я вверяю себя тебе и буду ходить только с тобою». Да, это правда, что мы не можем утаить от Бога ничего. Он знает наши сердца и мысли, как мы с вами прочли. И как будет прекрасно для каждого из нас, если Он войдет в нас и найдет в нас искреннее стремление войти в Его покой. Итак, покой возможно получить, братья и сестры, сегодня. Он критически важен. Без него мы не войдем в вечный покой. И три фактора, о которых нам нужно помнить, если мы хотим войти в покой Господень. Покой – это Божие обетование, не человеческое. Персональная вера нужна. Это основание для того, чтобы получить этот покой.
и принятие божественного установления и действия человека в этом направлении, в направлении получения покоя. Аминь. Мы будем молиться. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе сердечно, Господь, за то, что Твоя милость еще над нами. Господи, что мы здесь, в доме Твоем. И, Господи, Ты говоришь к нам через Слово Твое. Мы славим Тебя за Твое установление, Господи. Славим Тебя за то, что Ты призываешь нас к покою, Господи. После трудов наших Ты призываешь нас к покою, Господи. Ты призываешь нас не просто к отдыху после работы, но призываешь к успокоению в Тебе. Господи, помоги нам, пошли нам веру, что Ты можешь нас ввести в покой, как во внутренний покой здесь, так и в покой вечный. Тебя благодарим и славим, и просим Тебя, чтобы Ты был с нами в этот вечер и благословил все наше служение. Тебе слава за все. Аминь. Мир вам. Сейчас сбор средств, да? Слушался. Спасибо. И размышляю о том, что было сказано. Сейчас мы будем иметь пение и еще одно служение, в котором мы все можем участвовать, друзья. Тоже очень важное служение. И будем петь «Мир». Да. Мир вам. Вам настал общение час. Какой номер здесь написано, кажется? У нас есть уже. А, уже есть там нас. Спасибо операторам нашим. Поем. Мир вам, настал общение час. Субтитры сделал DimaTorzok.
Без Бога и не мог.
непонятый царь. На ослике, на сыне подъеремной, Христос въезжал в Иерусалим. Толпа шумит в восторге неуемном одежды. Ветви стелит перед ним, так мягко стелит и кричит. «Осанна! Благословен во имя Бога царь!» И сладки те слова, как Божья манна, что падала с небес в пустыне в старе. Благословен Мессия, сын Давидов, осанна вышних, слава и хвала. О, Иерусалим, ты видел много видов, но эта сцена всех их превзошла. Изменчиво народа настроение. Сегодня слава, а на завтра прочь. Тверды сердца людей, как те каменья, темны глаза их, как в безлунье ночь. Под праздник Пасхи к смерти осудили, за город увели под крик «Распни!» И там гвоздями ко кресту прибили Мессию, Бога, что царем был им, не поняли и недооценили, не помнили, что жизнь он мог давать. А как стерили, мягко как стерили, да очень жестко довелось спать. Аминь. На слов сердце боль терзает вновь, камень на душе. Сад, он как будто тихо спит, и не слышен сердца крик. О, услышь, Господь, и пронеси эту чашу. Вы мои друзья, одинок в молитве я, боль сдавила грудь. Крест, как тяжел мой страшный крест, подержи меня, Отец, тобой оставлен я. Ты пронеси эту чашу.
Господь, возлюбив меня с тобой, Он зашел на крест. Ты свое сердце ты открой, и Его кровью грех свой смой, поклонись Христу. Хочу их спасти и прошу у тебя, Отче, ты их прости. Чудесно, только я не все понял слова. Надо
С ушами проблема немножко. Мы сейчас будем петь, Гриша думает, что мы уже все хорошо знаем английский язык. Будем петь на английском языке, там будем читать слова. А в это время, вот там в том зале, в боковом зале или ну, в будний день в спортзале, будет перевод по динамикам. Кто плохо понимает английский, можете во время пения туда пройти, и там будет всем переводить жена же нашего брата Блайта. Будет хорошо переводить. Пожалуйста, можете это сделать во время пения. Пение будет объявлено, вернее, высветится там на наших экранах, потому что на английском языке будет пение. Пожалуйста. Кому на английском очень тяжело петь, можете петь с нами из сборника «Песнь Возрождения» 295. Пожалуйста. Я думаю, что вы его наизусть знаете. Это гимн «Путь ко спасению новой живой». Come to the Savior. Христе. Добрый вечер всем. I want to say thank you to Credo again for such beautiful music and also the soloists. Успокоилась душа моя, спасибо. Могу сосредоточиться на дело. Why don't you turn with me in your Bibles since it's Passion Week. Doesn't it seem like it came really quickly this year, Passion Week? Got it in March now. But since it's Passion Week, I thought we'd read about our Savior's crucifixion. So turn with me in your Bibles to Matthew chapter 27. For those of you with Russian Bibles, Евангелие от Матфея, 27 глава, с 51 стиха и дальше. Okay, so Matthew 27, 51 to 53. And while you're looking that up, I just want to say that in studying to preach this week, I was deeply moved again and affected deeply by our Lord's death on our behalf, his sacrifice on the cross. Only he could take such a feared and loathsome and hated symbol as the cross and turn it into something quite the opposite, so revered and beloved by so many. But as I reviewed the circumstances surrounding our Lord's death, and really all that it accomplished, I couldn't help but wonder about something. I couldn't help but wonder or think about how the founders of other religions or other philosophies or other political movements, what have you, how they fared, how'd they die. You ever think about that? What happened with them? How'd they die? What did their deaths accomplish
if anything. You know, I was curious, and I also had my suspicions. And I'm just going to let you know, I did a little research, and this is what I found. What I found was actually not that spectacular. So just, you know, bear with me. You know, I'm not an expert at these things at all, okay? I love the Lord. I love His Word. I don't know too much about other religions. And if I make it, I don't think I'm twisting anything. And if I make any mistakes, you can blame the internet and Wikipedia. That's where I got it all, okay? Or you can blame my wife if she's translating over there in the other zal, okay? It's not my fault. Anyways, Krishna. Who's ever heard of him? Krishna. Heard of him? He's an incarnate Hindu deity, the top incarnate Hindu deity in the hierarchy. He died way back when, thousands upon thousands of years ago, really legendary actually, in a hunting accident. Not making this up, of all things here, a hunting accident. Legend has it that he was meditating in the forest when an archer mistook him for a deer. You know, honest mistake, right? Happens all the time. I can only imagine what that hunter was thinking, you know? If Bambi over there chants Hare Krishna one more time, I'm gonna let fly, you know? Well, what about Zoroaster? Zoroaster, maybe you haven't heard about him. The church had to deal with him a long time ago, like 2nd century. You know, he was a part of Gnosticism. His teachings. He does have a website, though, by the way. Zoroaster has a website. But he was a religious poet from India, and he was the founder of Zoroastrianism, of course. And he died defending his hometown of Balkh from Turian invaders, or some invaders from Turkey somewhere. And he defended his home to the death. You know, I guess that's honorable enough, right? That's honorable. We'd probably do the same. And I guess there's nothing, my point is, there's nothing really special about that. Hundreds of thousands of people over history have done the same. Buddha, or, and I hope I'm pronouncing his name right, Siddhartha Gautama, the founder of Buddhism, is said to have died of food poisoning. Okay, and when I read that, I just laughed, because I was like, oh man, that guy got some, he probably got some lethal Chinese takeout, you know? I was just like, oh my goodness. Although, actually, you guys, doctors demur, and they debate over this. They think that Buddha's rectal bleeding actually indicates that he died of something more chronic. And, you know, I didn't really pursue it beyond that. You can do further research if you want. As far as I'm concerned, I already know more than I want to know about how the Buddha died. Or how about Confucius? You guys ever heard of, you heard of Confucius with those pithy kind of proverbial sort of sayings? Founder of Confucianism, of course. He died of natural causes. Old age got him. Basically succumbed to old age. But they say that he died a grumpy old man, really bitter about the fact that certain family members, that he survived, or he lived longer than certain family members and friends. Died kind of bitter. As Confucius himself used to say, remember, wherever you go, there you are. Which is like, really observant, right? Wherever you go, there you are. It's interesting. I wonder where he ultimately went, because there he is, right now. Or how about Socrates? I almost didn't want to put Socrates in, because his death was kind of cool. You remember Socrates? He's the Greek philosopher who taught Plato, who taught Aristotle, who then taught Alexander the Great, who then spread the Greek language and culture across the known, you know, the Mediterranean world. How'd he die? Well, he was asking for it when the city-state of Athens basically sentenced him to death. I guess the city was already tired of him and said, you know, you're corrupting our youth with undemocratic ideas. And the point is that he probably could have escaped his execution if he wanted to, but instead he drank the hemlock, that poisonous hemlock,
And he did so in a show of empty stoicism, like, and they said that he just didn't want to deal with old age, so he just killed himself, basically. Or what about Muhammad, the founder of Islam? What about, you know, listen now to the passion of Muhammad. He got a headache, a migraine, and he died in the arms of one of his wives and was buried in Medina. End of story. Not very convincing, Muhammad. Very uninspiring, actually. Or how about now closer to our day, Gandhi. Some of you lived during his time. He was a political activist to India. I believe he was a practicing Hindu. He was assassinated while taking his evening walk by a radical Hindu in 1948. And apparently Gandhi's last words were, as he was dying, he said, "Oh God." Isn't that weird? Maybe he saw something. I don't know. Those were his last words. Or how about closer to today, L. Ron Hubbard. You ever heard of him? L. Ron Hubbard, the founder of Scientology, Tom Cruise's Messiah. He died of a stroke and was immediately tested for drugs, for obvious reasons. And then he was cremated in 86. Again, end of story. According to the faithful, though, he's now watching us from a nearby galaxy. Well, there you have it, you guys. There you have it. Not very inspiring. Not very impressive. Actually, pathetic and uninspiring is what I would say. It's more like it. What do you guys think? In my opinion, a great man's death should be worthy of his life. A great man's death should be worthy of the life he led. But taken together, all these deaths, to me anyway, they're just entirely meaningless. They're inconsequential, and they're extremely anticlimactic. It's like, you know, I was debating whether I was going to bring up a balloon and blow it and go, because there's no words for like how I feel about how those people died. It's like, that's all I can think of. Really just boring. So tell me then, because it totally escapes me. I have no idea why. Where do people get off comparing any of these men to Jesus Christ? How could anyone be so spiritually blind? Or where do some people who should know better, where do they get the gall to do something like that? Because you can't do that to my Jesus. He is in a league all his own, especially when it comes to his death. Because my Jesus, he was born to die. That was his raison d'etre. That was his reason for existence. That was his great mission in life, his crowning achievement. It was the apex and the climax of his life, and it's been the focal point of human history ever since. And that's why, because it was the focus of his life, that's why not just the prophets predicted it, but he predicted it over and over and over again in his own ministry. I mean, I know that the apostles didn't really want to understand it all. They didn't want to believe it. But afterwards, they looked back and said, yeah, he said it. Yeah, that's what he said a bunch of times. He's going to the cross. And he did this all really in his prime. He did this when he was in his early 30s. When still in his prime, Jesus set his face toward Jerusalem and pursued death with a vengeance. He pursued death. All of us, you know, we're like, run away, run away. You know, here comes a grim reaper. And he pursued death in his prime. My Jesus suffered the most painful death imaginable. Listen to this, you guys. Within this space of 24 hours, Jesus was plotted against, set up, betrayed, arrested, abandoned, denied thricely, falsely accused, beaten, mocked, spat upon, publicly humiliated, crucified,
and skewered like a piece of meat. And what's more is that that's how he died. But why did he die? He died for me. He tasted death for you and for me. He was crucified for my sins. It was me who put him there. And I don't want to, you know, get ahead of myself. There'll be a lot more sermons about this coming up. But best of all, of course, Jesus defeated death on the third day when he rose victorious over the grave. And we can't talk about that tonight, and I'd love to. Just another example. All these other guys are dead and gone in history, and Jesus is alive, and he's ascended and is sitting at the right hand of God the Father. But for now, it says in Matthew 27:50, now take a look at your Bibles with me. It says in Matthew 27:50 that with his last breath, Jesus cried out again, and with a loud voice he yielded up his spirit. And we'll read the Russian now here as well, from 51 to 53. When all of a sudden, и вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Or in English, it reads this way, okay? Jesus has just exhaled his last breath. He's died on our behalf. He experienced all those things I just talked about. And then Matthew says, and behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook, and the rocks were split. The tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, and coming out of the tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many. So Jesus' death, as it turns out, it wasn't random, right? It was on purpose. It was planned. Jesus' death, it wasn't pointless. It was meaningful. It's chock full of meaning for you and me today. Jesus' death, it wasn't something kind of just boring or inconsequential. No. It was momentous, a momentous occasion. It was epochal, if you want. The world would never be the same. And verses 51 to 53 here, we just see that the impact of Jesus' death was felt immediately. It rent the veil, it shook the earth, and it raised the dead. That's my Messiah. That's the one I follow. What Matthew is saying here to you and me this evening is that when Jesus died, he put religion, he put creation, even death itself on notice. They got served. Jesus' death, it means nothing less, you guys, than the renewal of true religion, the regeneration of creation, and the resurrection of the dead. Let's see if we can't develop a few of these themes together, okay, which we find in the text. Matthew, here in 51, he links Christ's death to the rending of the temple veil from top to bottom. And he says top to bottom to make sure that there's no people down there ripping it from below. You know, this is God doing it. This was most likely the curtain, you guys, that separated the holy place from the Holy of Holies. You read about it in Exodus, I think it's 26, where God's special presence resided on top of the ark, on top of the mercy seat, in between the cherubim. And we're told that this curtain was approximately, how tall is this? How tall is this roof here? 25 feet? Looks higher than that. Anyways, they said that this curtain was 60 feet high, okay, and 30 feet wide, and it was as thick as the palm of your hand. One commentator also noted
Edersheim is his name. He says that it was so heavy, this curtain, that in the exaggerated language of the time, it took over 300 priests just to manipulate it, just to move it around. Now, maybe that's a little too many, okay? But still, you get the idea. This isn't just some sort of like, you know, zanavieski, okay? This is like a wall of a curtain. Anyway, once a year, according to the Old Covenant, the high priest would lift a corner of that curtain, of that heavy curtain, and pass into the Holy of Holies, carrying sacrificial blood, which he would then sprinkle on the mercy seat, and then make supplications for the forgiveness of his own sins first, and then for the sins of the people. That's what he did, once a year only. And so the sudden rending of this veil, okay, this is like a next to impossible sort of thing. Only God could do it, and it must have been an ominous sign for all of them. They should have known that something was up. But God did what only He could do. He tore off a new one, if you want to say it that way. Foreshadowing the ultimate destruction of the temple in 70 AD, and also at the same time signifying to all a new way of access through Christ to the throne of God, to His mercy seat. Christ has entered the true Holy of Holies in heaven, offering once for all the all-sufficient atoning sacrifice of His blood. And now in His name we may come with boldness to His throne of grace. If you look at, you don't have to turn there, but if you look at Hebrews 9:10, in the English anyway, there's an interesting word. I'll read the English to you. It's a little different in the Russian, so I haven't really thought about it too much. But it says that the Old Covenant was in existence until a time of reformation. The word reformation is used here. A change, a renewal of sorts. So what we have here is nothing less than the renewal of true religion. The reformation of true religion. F.F. Bruce, commenting on this verse, says, "The coming of Christ involved a complete reshaping of the structure of Israel's religion. The old covenant was to give way to the new, the shadow to the substance, the outward and earthly copy to the inward and heavenly reality." So when Christ died, you guys, true religion was served and furthered. He rent the veil, made a statement. Follow me. Matthew also says in the same verse 51, he says that the earth shook and the rocks were split. Actually, the earth shook doesn't quite get it. Really, if you wanted to translate it fully, accurately, you would say that not the earth shook, but the earth was shaken and the rocks were split. These are all throughout here in this passage are what are called divine passives. This is God doing it. This is what God does when He sees His Son die on the cross. The earth shook and the rocks were split when Jesus finally gave up the ghost, as we say. When Christ died, you guys, it's like a shudder ran through nature. It's like all creation got the chills. I'm trying to think of how to explain this, what it would be like way back when, before I had kids. Nadia and I, we were living in Simi Valley, California. It's outskirts of L.A. The Northridge earthquake, which was a 7.0, had happened a while back, and we were still feeling the aftershocks and the tremors. And one of these tremors, I just remember, I'll never forget, it was crazy weird how it felt, but I was standing on the ground, and then all of a sudden, it was like the earth dropped a foot. The plate that I was standing on, tectonic plate, just dropped. It freaked me out. Okay, it scared me. But I'm thinking that that's something
That's kind of what it was like. Or maybe it's like, I don't know if you've ever had your face or something against a really strong wind, and it's been going for a while, coming from one direction, then all of a sudden, out of nowhere, the wind shifts completely and comes from the other direction. Something strange was going on in nature, in all of creation. And that's because, you guys, the biblical view of redemption is holistic. It's much wider than we normally like to think. Man and his environment are actually inextricably linked to one another. Long ago, God cursed the earth to reflect the fallen state of man. He did it. He cursed the earth to reflect the fact that they had walked away from God. Which means that one day he will reverse the curse to reflect the new man in Christ. So I like to look at it this way. Creation, nature, is kind of rooting for us. Rooting for believers. Because it too patiently waits for the renewal, or what the Bible alternately calls things like, you remember Jesus talks about like in the regeneration, he'll say in the regeneration. That's not just our bodies, that's all of creation will be regenerated. Or Peter says at times in his preaching, he talks about times of refreshing, or the restoration of all things, okay? All things. This is what we're talking about here. Or as Paul says in Romans 8:21, creation longs to be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. Romans 8:21. That's why when Christ died, you guys, the earth was moved. Finally here, Matthew records how as Christ breathed his last, the tombs were opened. Probably because of the earthquake, I imagine. Earthquake's doing. And as it says here in our text, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many. This is a strange text, you guys. One of the reasons why I chose it to preach was like, oh, I'll get a chance to study this and kind of figure out what's actually going on. And I can't say that I've completely figured things out or anything, but I'll give it a shot here. But think about it for a second. I mean, who were these saints who were raised? And what kind of an order resurrection was this? Was this like a resurrection on the order just of Lazarus returning to his old natural state? Or was this a resurrection like Jesus, a resurrection into a totally new order, and they were given resurrection bodies? These are the questions that we have. And one thing is for sure, and this is always the way it is, some Christians always got to be first. These, you know, for some reason had to preempt Christ and couldn't get in line. They had to be first. Anyways, let me just tell you what I think about this, and having studied it a little bit, and we can't know anything with 100% surety here, but I believe that the preponderance of evidence points to, or at least seems to point, to a resuscitation of saints who had believed in Christ during his earthly ministry. Okay, so something closer to like a Lazarus type of resuscitation. Think about it with me here for a second, okay? Think about this text, because it's really weird. It only happens in Matthew, nowhere else in the Bible. If this was a full-on sort of resurrection of, let's call it like a who's who of the Old Testament, all right, all those famous Old Testament characters, then why the need for their tombs to be opened for them to exit? Do you guys get that? That sounds a lot more to me like what happened to Lazarus than what happened to Jesus, because the only reason they opened the tomb, Jesus' tomb, was so that people could see that he had already left. Because the resurrection body is such a wonderful thing that it can obey the laws of space-time, or it doesn't have to if it doesn't want to. And it can just walk through walls or you know, cave walls, whatnot. So why does this text here seem to indicate that
the earthquake was needed to open their tombs so that they could leave. I don't know. Or Matthew, why not name for us a few of the more famous ones? You know, that you saw. It'd be kind of cool to know. And how would you recognize them anyway? Did you think about this for a second. How would you recognize Moses? I just saw Moses because he looked like Charlton Heston or something like that. I don't know if you know who that guy is, but you know, I don't know how you would know. You basically have to take this guy to Jesus and say, Jesus, this guy keeps on saying he's Moses. What do you want me to do with him? Right? And Jesus would have to say, that's Moses. You know, get your hands off him. Mm-hmm. Or why isn't anything said about their ascension up into heaven? Right? Because if they were given resurrected bodies, well, they're not hanging out here on the earth anymore. They must have resurrected bodily, ascended, or whatever, into heaven. But nothing's said about that anywhere. Or why in 1 Corinthians 15:23 does Paul seem to... He calls Jesus the first fruits of the resurrection. In this passage, which seems to place Jesus at the head or first in a resurrection sequence, makes no mention of these Old Testament saints who had gone before him. Anyway, that's my opinion for what it's worth. It's really hard to know. It's almost 50-50. But I believe these are more Lazarus-type resuscitations of recently deceased saints. But either way, you guys, either way, Matthew's point's the same. These resuscitations or resurrections, what have you, whatever they may be, coming as they did as Jesus breathed his last, point to the death of death in the death of Jesus Christ, to quote John Owen. That's what this is all about. The death of death in the death of Jesus Christ. Because Jesus, when he died, he conquered death. And then he rose again to prove that he did. Again, that's my Jesus. Jesus said, and you remember he said this right before he raised Lazarus, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. That's what the guards did. That's what the guards did who crucified Jesus. Look with me a little bit further. We'll end with this. They believed. And you can too, you guys. It says in 54, now the centurion and those who were with him, keeping guard over Jesus, when they saw the earthquake and the things that were happening, became very frightened and said, uh-oh. This was the Son of God. And they changed their minds about him. And some of you out there need to hear this, that it's never too late for you to believe. Take that one thief on the cross. It's never too late for you to believe, unless you die, which could happen to any of us at any time. And you also need to hear, as it says here, that there is nothing that God can't forgive you. Because when he was on the cross, one of his words was, Father, forgive them, forgive the centurion, forgive these guards, for they know not what they do. If Christ's forgiveness forgives even such men as these who perpetrated the worst crime in human history, the blood of Christ can cover you as well. There's nothing that you've done that can't be forgiven. So come to Jesus, okay? Forget all those other false messiahs. Come to the passion of Jesus. Repent and believe in the gospel for the forgiveness of sins, for life eternal with him. The wages of your sin is death, but the free gift of God is eternal life with him through Jesus Christ our Lord. The call is up to you. Amen. Давайте встанем и помолимся. Heavenly Father God, I praise your name that I know you, Jesus, or that I've been known by you.
I praise you that you're my Messiah, that you're my, that I can call you Lord and not some other Levi Messiah. I thank you, Lord, that I'm saved by your grace, that the blood of Christ, which was shed on the cross, covers me and my sin and my shame, and I'm being renewed by you daily by your Holy Spirit, and I will spend eternity with you, God, and I just want that for all those out there who are listening now, who are so close to you. They're not very far away, God, as far away as a decision is all. Lord, speak to their hearts, touch their hearts, draw them to yourself, and may you be glorified in their salvation, I pray. In Jesus' name, amen. Ты ликуй, дочь Сиона, и возрадуйся, Израиль. Ты ликуй и возвеселись, дочь Иерусалима. Гнев Господь сменил на милость, удалил врага. Царь Израиля посреди тебя, зло к тебе не приблизится. Возлюбленные Господом, братья и сестры, дорогие друзья, наше служение подошло к концу. И позвольте мне сегодня в конце нашего собрания объявить результаты голосования на утреннем членском собрании. Всего было бюллетеней 719. Подошли учителя воскресной школы, дежурные, они также взяли бюллетени и проголосовали. Два оказались недействительными, потому что там ничего не было отмечено. Итак, Авраменко Михаил Юрьевич получил одобрение 643 голоса. Это составляет 89,4% от присутствующих на членском собрании. Феоктистов Владимир Евгеньевич набрал 614 голосов. Это составляет 85,3% от присутствующих на членском собрании. Благодарность вам, дорогие друзья. Все решения прошли. И также благодарность счетной комиссии. Пусть Бог благословит всех нас трудиться вместе. Брат Александр Карнаух, после служения подойдите на одну минутку ко мне.
также наши волонтеры кухни, которые совершают труд, приходя сюда, работая безвозмездно, производя продукцию своими руками. Пройдите в кухню, купите вы на кухню, купите эту продукцию, таким образом вы станете участниками поддержки фонда эксплуатации нашего нового молитвенного дома, миссионерских нужд и благотворительных проектов. Наше служение на неделе. У нас это будет страстная неделя, и в четверг, 20 марта, это будет страстной четверг, у нас будет в 6:30 вечером служение с хлебопреломлением. В служении будет участвовать объединенный мужской хор. И также, кто не сможет быть на хлебопреломлении вечером, в четверг, для вас будет организовано специальное служение в страстную пятницу. То есть утром, 21 марта, в 10 часов утра, на Солана служение будет также с хлебопреломлением. И также у нас есть объявление о пасхальных служениях. 23 марта, святой праздник Пасхи, у нас будет в 8 часов утром с участием хора Креда, в 11 часов с участием хора Хвала и вечернее собрание в 6 часов вечера с участием хора Юность, и также будет на Солана. Также есть объявление о служении на неделе. В понедельник, 24 марта, в 10 часов утром и в 6:30 вечером. И во вторник, 25 марта, третий день Пасхи, у нас будет служение в 6:30 вечером. Вот такие у нас объявления. И мы помолимся о нуждах детей Божьих. Помолитесь, чтобы моя тетя приехала в Америку. Поблагодарите вместе с нами Бога за благополучное рождение нашего внука у наших детей, Коли и Риточки Ладжанских. Счастливой бабушки и дедушки Ладжанские. Будем молиться. Дорогие братья и сестры, 27 марта у меня второе собеседование на грин-карт. Первый раз был отказ. Прошу помолиться за благополучный исход собеседования. Просьба на вечернее утро. Утром подали записочку на вечернее собрание. Прошу помолиться церковь о моей подруге Анюте. Ей сегодня предстоит операция в Караганде. Кесарево сечение, чтобы Господь благословил руки врачей, а также маму и малыша. Дал им необходимое здоровье. С благодарностью, сестра Людмила. Вот такие у нас нужды и объявления. Мы вставшие, помолимся и поблагодарим Господа за наше общение. Отец наш Небесный, мы от всей души благодарим Тебя за этот радостный праздничный день, который уже подошел к закату, к концу. Ты по-особому нас сегодня благословил и в утренние часы, и сегодня вечером. Поистине это день покоя, день радости, когда мы можем напитать наши бессмертные души, Господь, манною небесной, хлебом живым, и росою, Господь, Ты росил наши сердца этой водою живою. Помоги, чтобы, размышляя над этим живым словом, особенно в эту страстную неделю, мы были святы, непорочны, удалялись от грехов, от всякого рода зла. Господи, благодарим Тебя, что Ты сегодня нам вновь предстал, как распятый Господь, за наши грехи, за наши беззакония. Боже, Ты перетерпел эти мучения до конца. Боже милосердный, Ты как агнец введен был на заклание и безгласен к предстругающим его. Благодарность Тебе, Господь, что Ты напоминаешь нам о славном Твоем воскресении. Честь Тебе и хвала, Господи. Благослови предстоящие праздничные служения и в четверг, в пятницу, также пасхальные собрания. Господи, вдохнови нас приходить сюда для истинного поклонения. Хариста все благослови. Кто готовится в проповеди к этим служениям, Ты благослови. Надели Духом Святым и духовными дарами. К ногам Твоим, наш милосердный, мы несем вот эти нужды, выраженные в записочках. Просим Тебя о каждой этой нужде, за эту сестру, которая находится в Караганде. Она нуждается в помощи, Господь. Ты благослови через руки врачей, подари ей здоровье и ее малышу. Также мы просим Тебя услышать эту детскую молитву и желание, чтобы ее тетя приехала в свою Америку. Ты исполни, Господи, и подари этой девочке живую, и, Господь, ответ на ее живую веру. Господи, также предстоит собеседование. Помоги и расположи этих людей, от кого зависит решение этого вопроса. Мы также благодарим Тебя вместе с семьей Ладжанских за рождение малыша и в их семье. Благослови и его возрастание, и здоровье мамы подари. Будь с нами, дорогой Господь, когда мы уйдем с этого святого места. Храни нас, Господь, на новую трудовую неделю. Также мы просим Тебя за наших детей, которые сегодня вот имеют эту свободу, на каникулах весенних, Ты их благослови, храни в Твоей святой Божественной руке от всякого рода зла, от всяких неблагословений. Благослови также и нашу группу подростковую, которая находится там на отдыхе, Господи, брата Михаила Юрьевича, всех, кто заботится о них, Господь, Ты благослови. Тебе да будет слава, Тебе да будет честь. И от всей души благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты
решил так мирно этот сложный вопрос в нашей церкви. Слава и хвала за расположение народа Твоего. Благослови, дорогих братьев, трудиться и совместно в единстве Духа, в союзе мира. Тебе честь и слава да будет нашему всемогущему Богу. И благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.